Ребята, привет. Значит, ну что я хочу могу сказать, что я хочу сказать вообще по поводу вот этих испытаний заднего амортизатора, то что переделанной прогрессии. В общем-то, однозначно могу сказать, что все эти телодвижения делались не зря. Однозначно подвеска стала работать адекватнее. То есть если раньше, особенно вот с подгруженными кофрами, оно даже на небольших вот наладках на асфальте уже немножко подстукивало в отбойник, сейчас я эту подвеску, вот как я видел, специально нашел такой вот волнистый кусок дороги и вот холмистый такой бугристый лесок. Что я вот показывал, только что ездил. Значит, пробить я ее просто тупо не смог. То есть подвеска стала работать однозначно корректнее. Значит, по ощущению, она даже не то чтобы стала жестче. Там кто смотрел мой вот самый первый ролик, вот вообще, когда я вот только выкатил этот Лифан из коробки, я там как-то упоминал, что такое ощущение, что у него зад козлит. То есть именно даже не то, что жестко, а именно, что он именно как бы козлит, вот подскакивает. Хотя при том, что подвеска вроде как бы не жесткая. Вот сейчас эта хрень ушла. Я в технической части, в первой части какой-то переделки в ролике говорил, что там вот эта часть бинокля нижняя, которая не на маятнике, которая на прогрессии, она стукалась об амортизатор. То есть, насколько я понимаю, что сейчас просто мы разжали амортизатор, мелкие ямки, она стала отрабатывать куда более адекватно, а жесткость стала возрастать при сжатии по гиперболе. Ну, у меня такое ощущение, что она не линейно увеличивается, когда колесо сжимается, а вот как будто она вот идет вот так вот. То есть чем больше сжимаем, тем больше увеличивается жесткость. Ну и вообще появилось такое, вот у меня сейчас уже, я понимаю, что здесь есть амортизатор. Потому что вообще во всю эту бодягу я полез, потому что у меня было какое-то такое подспудное ощущение, что, ну кроме того, что пружина просела, аморт пробивает, еще было такое ощущение, что амортизатор не работает вообще. Вот сейчас я понимаю, что он работает. Может быть, не лучшим образом, все бывает и лучше, но сейчас амортизатор работает, работает корректно. Так что в любом случае вот эта переделка, скажем так, была не зряшная. Ну и, соответственно, укоротили бинокль, мотоцикл где-то сантиметров на 5-6 поднялся. Я укоротил его на 8 миллиметров. Значит, мотоцикл поднялся. Ну, то есть, где-то как-то так, ребята. То есть, в любом случае, скажем, что вот эта переделка того стоит. Делается это, я уже показывал элементарно в предыдущем ролике. А эффект очень даже. Короче, мне понравилось. Что, всем удачи, всем пока. Буду чай пить. Потому что у нас сейчас очень жарко. Как-то приморился и пить хочется. Все. Интересных дорог. Круглых колес.